Здесь. Собираемся по Теряевку. Сегодня 2 мая. Суббота. 2018 год. Раннее утро. Вот я встал, второй час только начался. Нет, не было. Вот не это, было даже часу. Это, и уже не ложилось. Так, который вот тяжелый, берите туда. Это все. Это здесь остается. Здесь. Ну, то, занести надо наверх, занесем. Поднять будет. В конце. Что я там выкинул, то возьмите. Что? Вот это, нет, это что, я давал это? Да. Так, да, ну да. Это то такое. А потом вот это вот масло погрузите. Во. А потом мелочь, вон, которая лежит там, смотри. Андрюша, вот еще что нужно будет. Вот из этих вот, вот это вот все погрузить. Ага. Вот это оставьте один ряд внизу, остальное погрузить. Угу. Так, спасибо, Василий. Вот так. Грузи как, потом я подойду, что можно будет, еще там положим компот. А вот это все занести, которое сюда, туда занесите, потом положите. Прям рядом положите с ней. Так, вот это вот еще надо тебе загрузить. Ну что, пойдем? Пойдем. Вот, сестры здесь кладут. А ваша сумка, вот это вот что за сумка? Моя. Я тут пару котлеток положу. Ну ладно, рядом и положи. Уточка. Сумку не трогать. Нет. Мне там кошку надо взять. Так. Вы едете, Надежду Васильевну берете. Угу. Остальное уже усмотрите. Видишь, она как знает, как укладывать. Пошли. Ну, я тогда побежала. С Богом. Ага, давайте с Богом. Если что... Вот эти вот коробки не трогать, там у меня голуби. Вот эта коробка, вот. А потом кошку принесу. Все, молитесь, если что, звоните. Я вам тоже звоню. Ладно, ладно. Все, с Богом. Через кого-то буду передавать. Он выпустил голубей, это своих. Они тоже заперти сидели, этих от Кошкина Александра Борисовича привез. 8 голубей. Запер их. Так, хорошо. Надежда Васильевна, где она? И закрывай дверь, выходи. Уже ждать не будем, я сказал, ни одной минуты. Заходим.